Ну что же, и снова здравствуйте. Как долго ждали мы этого момента, ведь, если вы знаете, мы с вами в прошлом году аж расстались. И только первый раз, наконец, в нашем составе, обновленном, вновь готовы приветствовать вас в программе «Город женщин». Почему я говорю об обновленном составе? Ну, Ирину Дегтяреву вы знаете, это хозяйка нашей вкусной шкатулки. Добрый день. А место Саши заняла Анна Сергеева сегодня. Здравствуйте. Это психолог. И, кстати, именно Анна стала автором рубрики, не рубрики, темы нашей сегодняшней программы. Какая у нас тема сегодня? Коммуникация, искусство вести диалог. Как мы сказали, мы сегодня должны открыть секреты диалога, общения друг с другом, ну и поговорим о том, насколько же действительно является культура речи сегодня важной для каждого человека. Понятно. То, чем мы занимаемся в каждом эфире, оказывается, имеет свои правила и секреты. Кстати, секреты есть и у Ирины. Какие? Сегодня мы объявим конкурс рецептов от нашего партнера «Индустрия спецодежды» на лучшее блюдо из мяса или из рыбы. Поэтому подробности будут позже, обязательно смотрите. То есть все у Иры вкусное, даже конкурсы. И, кстати, мы ждем нашу Сашу, которая приедет в феврале. Действительно, Саша отлучилась ненадолго, и мы с удовольствием с Анной будем беседовать сегодня о том, что мы делаем и так каждый понедельник. Всем еще раз доброго дня. Ну что же, традиции нарушать не будем, а в традициях у нас по звездам сверять свой дневной и вечерний путь. Что звезды нашептали в нашем гороскопе, Рита Макарова переведет сейчас. Вот и наступил год желтой собаки, с чем я вас и поздравляю. Для всех знаков зодиака первый месяц будет весьма насыщенным. А что именно вас ждет, узнаем прямо сейчас в нашем гороскопе. Овны, скучать вам точно не придется. Январь будет наполнен приятными моментами. Записывайте все происходящее для того, чтобы это надолго осталось в память. Тельцы, вы сейчас веселы, бодры и деятельны. Но помните, что праздники уже давно закончились. А это значит, что пора включаться в работу. Ведь впереди еще очень много проектов. Близнецы, вам не помешает повысить самооценку. И даже если у вас появится маленькая корона, то она не будет лишней. Не забывайте любить себя. Раки, самое время потренировать свое терпение. А поможет вам в этом рукоделие. Создавая своими руками вещи, вы порадуете не только себя, но и своих близких. Львы, постарайтесь улучшить отношения с окружающими. Особенно уделите время своей семье и родственникам. Любая мелочь будет им безумно приятна. Девы, готовность номер один. Самое время использовать свою привлекательность, подчеркнув ее очень важными элементами. Весы, самое время прямо сейчас начинать планировать свой отпуск, чтобы рассмотреть несколько вариантов и без особых усилий остановиться только на одном. Скорпионы, пора сменить свою защитную позицию и наконец-таки расслабиться. Например, можно выпить чашечку любимого чая и просто хотя бы секундочку помечтать. Стрельцы, в этот период вас будут ждать чудеса. Будет казаться, что в ваших руках настоящая волшебная палочка. Все будет получаться легко и непринужденно. Козероги, наступивший год будет весьма щедр на подарки. Собака принесет вам денежное благополучие. Все начнется с этой недели. Готовьте кошелек. Водолеи, пора приглядеться к тем, кто вокруг вас. Ведь можно иногда просто пропустить свою судьбу и пройти мимо. Будьте внимательны, и тогда ваша половина обязательно найдется. Рыбы, вас давно заждался спортивный зал. Тренировки – это то, что вам сейчас просто необходимо. Пейте больше воды, а главное – не переборщите с нагрузками. Каждую новую неделю начинайте с нашего гороскопа. А с вами была я, Маргарита Макарова. Пока-пока!
За что люблю Риту Макарову? За то, что так хорошо подает гороскоп. За что не люблю свое собственное внимание? За то, что постоянно умудряюсь прослушать свой гороскоп, хотя внимательно к этому готовлюсь. Кажется, мне сейчас вот он будет, я не пропущу. Сегодня случилось то же самое. Посмотрю, видимо, в повторе в Инстаграме. Ну, а сейчас мы перейдем к рубрике, которую я счастлива объявить, потому что она дает нам возможность быть более счастливыми, более гармоничными. Это рубрика «Счастье быть собой». Искусство говорить с людьми, да, оно уже делится веками. И вот коммуникация, когда мы говорим, что вроде бы так просто разговаривать с человеком, и на самом деле иногда мы даже не задумываемся об этом даре человеческом, когда все животные не говорят, и только человек может говорить на самом деле. И вот уметь договариваться, уметь человека убедить в чем-то, это является действительно искусством. И человечество этим на самом деле, этим искусством занимается издревле. Ведь мы знаем такого великого человека, как Конфуций, который был для правителей человеком, который умел убеждать других правителей и не доводить дело до войны, допустим, да? Это из числа правителей. А когда мы разговариваем со своими детьми, это тоже. Ведь слово, мы всегда знаем, что слово может убить и также может пробудить в человеке самое прекрасное, самое то, что вот может человека окрылить на победы, на дальнейшее развитие. И вот тема вообще коммуникации, почему меня затронула, да? Когда взрослый иногда разговаривает с ребенком, он себе позволяет все-таки иногда показать ребенку, что он является почему-то выше. Да? Да не почему-то, он и является выше. Ну, по на росту самом деле, хотя бы. Да, по росту хотя бы выше, но в то же время никогда взрослый не должен забывать о том, что ребенок есть личность, и в первую очередь с ним необходимо разговаривать и вести диалог таким образом, как будто мы разговариваем с чужими людьми. Вот я всегда советую своим клиентам, как вы беседуете со своим ребенком, да? Допустим, когда мы беседуем вот со своими коллегами, когда коллега ошибется в чем-то, да, мы подзатыльник же сразу не даем, правильно? Подзатыльник это уже не общение. Да, и тут возникает такое, а почему мы позволяем себе, родители, да, с ребенком такие иногда, вот такие вещи, как подзатыльник или нетерпимость. Ненормативная лексика, да или ненормативная, нетерпимость, выражать нетерпимость. А вот необходимо воспитывать себе это качество, быть терпимей, послушать ребенка, дослушать ребенка, что же он хочет на самом деле, да? Ну да. Это и есть искусство. Искусство на самом деле владеть собой. Мы всю жизнь учимся руководить своими эмоциями, руководить своими желаниями. Если даже очень хочется взорваться, да, прям вот необходимо это, да. Но сейчас вы вступаете в противоречие с теми, кто говорит: не держите все в себе. Хочется разбить тарелку — разбейте тарелку. Иначе вы воспитаете комплекс, там зайдет в подсознание, куда-то загоните. Ну, в общем. Ну, на самом деле это у нас идет, да, с детства. По идее, управлять эмоциями мы учимся совсем маленькими, и учат нас этому родители. И действительно, когда родители все время запрещают ребенку, допустим, ребенок выражает до 4, до 5 лет, это знакомство вот с тем неведомым букетом эмоций, миром, да, которые есть в человеке. И когда ребенок знакомится, вот общение самое с главное, уже не... с утробы же идет, да. Мать же разговаривает, вот. Когда он еще в животике. Ну, и, да. Естественно, только в положительном ракурсе. Это необходимо. Ну, как сказать, это же люди не всегда хозяева своих эмоций. У некоторых беременность протекает очень тяжело, соответственно, все бывает. Ты не произнесешь, но подумаешь всякое, знаешь вот. Ли. Поэтому я и говорю, что это искусство. Этому учиться всю жизнь. Недаром же существует этика делового общения. Да? И все это является... Что является искусством? Когда человек этим овладел полностью и владеет этим свободно, когда действительно сдерживать эмоции для него это не какая-то вот прямо, как наказание. Сказать, наказание, да, а
у него это все идет в гармонии. Когда вы замечаете вот людей, которые духовно очень обогащены, они такие спокойные, всегда да, вот ко всему главное, как... главное да. произнесено, духовно обогащены. Да. То есть без определенного пласта культуры, без тех примеров, которые мы, конечно, черпаем из художественной литературы, из полотен прекрасных мастеров, без вот этого всего культурного пласта да. быть самому терпимым, многообразным таким и, ну, терпимым к проявлениям любым характера твоего ребенка. Есть гармоничность, стремление к тому, чтобы быть гармоничным человеком. И только гармоничный человек действительно управляет своими эмоциями так, как он сам хочет, угу. а не так, чтобы под эмоциями Понятно. Находиться. Но при этом, конечно, добавлю, всегда в общении с детьми, я считаю, должен человек, родитель, по крайней мере, показать, то есть учитель да. и ученик, это должно присутствовать всегда в общении с родителем. Но при этом на равных в плане уважения. Да, вот. Это самое важное. Уважение самое главное сказать? По отношению к детям. А как да. же подзатыльники запрещены? Что же вы нас лишаете такого удовольствия по попе шлепнуть? Ну, вы знаете, я тоже своим клиентам не говорю, ну уж совсем уж таких телесных наказаний. Все равно в любом случае, если мы даже в природе наблюдаем, то медвежонок, медведь-мама, да, шлепает угу. иногда своего Конечно. Ребенка. Да, поэтому такие легкого вида... Да-да-да, они возможны, я думаю. Широкого экрана, я конечно, помню... такие вещи говорить, может быть, нельзя, но... Нет, легкий шлепок, я полагаю, он способствует, мое мнение, он способствует профилактике насморка. Поэтому Оля, как мама четверых детей, это да, прекрасно знает. Без зазрения совести. То же самое, я тоже мама троих кстати, детей, так что вот, без этого никак. Многодетные собрались тут. Так, сейчас мы вас научим родину любить. Так, что я хочу сказать. В одном из сатирически фантастических каких-то произведений, я помню даже, это, знаете, было наподобие какая-то сатирика на Лилипута, вот это, на этого, на Гулливера, у Джонатана Свифта, но ага. автор другой, и он там, это наш, по-моему, какой-то советский автор был, и он, значит, там сказал, что шлепки вот в этой стране, там все прозрачные были люди. Угу. Шлепки – это как раз была профилактика простудных заболеваний у родителей. Ну вот. Ну что, отвлечемся ненадолго, после вернемся к такой животрепещущей теме. Возвращаемся к нашей интересной теме. Кстати, мы с вами начали с детей, но логично перейти ко взрослым. А общение со взрослыми, оно тоже имеет столь же много секретов? Конечно. Человек, который умеет вести диалог с другим человеком, он никогда, допустим, не будет переходить на какие-то личностные вещи, да? Не будет переходить. Ну, это понятие раздражения есть, да? Когда да. вот бывают такие случаи, когда, допустим, хочется как-то пойти на конфронтацию, что ли, да? И вот такие вещи, вот как-то уметь сглаживать, это тоже своего рода умение. Да. И... Но часто почему люди переходят на личности? Потому mm-hmm. что им не хватает либо словарного запаса, либо они не могут, фактологии не знают, то есть знания не хватает для того, чтобы по существу возражать. И поэтому, а ты такой-то, и все, это же проще всего. На личности переходить, да, может быть, и эти факторы, конечно, могут влиять. Но на самом деле я хотела сказать с точки зрения именно вот раздражения, когда какие-то качества человека раздражают тебя, да? Угу. И как психолог я бы сказала, что причиной тут лежит даже не то, что у меня там плохой словарный запас или что-то, а раздражение, когда тебя раздражают только те качества, которые на самом деле лежат в тебе в самом. То есть ты как в зеркало да. смотришь да. человека? Все люди, которых мы встречаем, все события, которых мы встречаем, это и есть то, что вот мы встречаем, то, что есть у нас внутри. Поэтому и есть понятие работать над собой в первую очередь, а не пытаться менять окружающих. Да, в этом совершенствование секрет. Себя. А, кстати, вы да. знаете такой интересный факт? При общении с человеком, да, он воспринимает и правым ухом, и левым ухом по-разному. Например, да. правым ухом логически, да, угу. а левым ухом чувствами. Да, и да, поэтому, да. если вы хотите ему, человеку, признаться в любви, например, да, сказать какие-то теплые слова, то это нужно говорить в левое ухо. Ой, женская сторона. А если что-то попросить, то в правое. Вот. А это мужская сторона. Я тебя люблю.
а шубу купишь, да? Ну, общение бывает разным. Оно не только вот живьем, как мы говорим, друг с другом, да? Общение еще бывает со зрителями. И сегодня мне посчастливилось общаться со всеми зрителями Республики Саха-Якутия благодаря тому, что меня пригласили быть ведущей в «Городе женщин». Я очень надеюсь, и я более того уверена, что этот опыт общения для вас очень удачным оказался. Спасибо. Ну, а нам с вами пора уже принимать гостей. Это будет совсем скоро. Пока же я предлагаю вам обратить внимание на экран, поскольку вы там увидите то, что не так давно транслировалось на всю нашу республику. Это шоу «Ферма Трактора». Это реалити-шоу. Как все происходило, это, конечно, не передать словами, надо было видеть самому. И я надеюсь, что те наши гости, которые сейчас появятся в студии, они непременно передадут ту саму атмосферу этого незабываемого реалити-шоу. Начинается с Гермес Тур. Путешествуйте вместе с нами. Ну, это просто невероятно. Мы тут же представили себя на месте этих девушек и поняли, что мы не готовы к такому реалити-шоу, но зато мы готовы принять наших гостей. Я рада приветствовать. В студию к нам заходит директор фирмы Гермес Тур Вера Дробневская. Я с вашего позволения лохнюю. Да, рокировку такую произведем. И победительница этого реалити-шоу, вы не поверите, но вот эта статная девушка, это и есть победительница реалити-шоу Елизавета Неустроева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ой, ну как же все это было, интересно. Расскажите, пожалуйста, Елизавета, ведь кормить комаров жителю... Как сказать, сельской жизни надо было погрузиться вот в эту жизнь, да. Которой вы наверняка полностью никогда не живете. Казалось бы, в современном мире да. Это уже совсем уже кануло в бездну, как говорится. Ну, вы уже, наверное, все увидели и знаете, что с сентября месяца идет вот телепроект «Реальная история» про 5 смелых девушек, которые вот поются песни. 5 веселых доярочек. Да. Мы поехали в Таттинский улус. Там очень красивая природа, лето, солнце, ну, романтика. Сколько месяцев вы там пробыли? 10 дней. 10 дней. Если бы месяцев, я полагаю, вы бы оттуда не уехали больше, вам бы понравилось там. Ну, нам там очень понравилось. Нас отобрали от всей республики 5 девушек. И
мы там соревновались по 7 этапов конкурса. Отдельное спасибо хочется сказать филиалу Татинского ЛУСа, филиалу НВКСХ, который все это дело снимал так талантливо и хорошо. Ну а Вера, я так понимаю, Гермес Тур выступил партнером, да, партнером вот этого реалити-шоу. Да, что, да, что вас подвигло к этому? Ну, нас попросили, да, и мы подумали, что это будет, в общем-то, хорошей рекламой для нас, да. Uh-huh. И девочки, они попутешествуют, это прекрасный приз для тех, кто у нас живет в селе, это вообще... Ну, и как бы самим прикоснуться к этому проекту, потому что село нужно развивать, uh-huh. хотелось как-то поучаствовать, в общем, да. Скоро будет второй сезон, так. И мы тоже там будем участвовать, так что смотрите, будет очень интересно. Очень хорошо. Я знаю, что второй сезон, по-моему, ну, главным куратором проекта выступает Министерство сельского хозяйства Республики. Мы будем партнерами. То есть все будет еще интереснее. А вы сами насколько можете сказать, что если вас вот в такие условия поместить, то вы справитесь со всем? Не знаю. Не знаю. Ну, во втором сезоне я думаю, что я чуть-чуть поучаствую. Возможность такая у меня будет, поэтому я посмотрю на практике. Не знаю, вообще не представляю, как это будет. Ой, как странно. А у меня вопрос к победительнице. Что было самым сложным для вас в проекте? Ну, сложным было ехать на сенокос. В положении было написано, что будут помогать мужчины. Так. Мы будем только... А вы будете сено красиво носить, да, вот так перед камерой? Ага. А потом поменяли и сказали все самим сделать. Да вы что? Лишили вас мужчин. И потом мужчин дали в самый последний момент. И было 5 мальчиков, я скажу, да? И они все с Татинского улуса, поэтому на соревновании, когда сказали идти кому-то помогать, все 3 парня... побежали к татинским девушкам, своей землячке. Уж какие! Но тем не менее же. Но тем не менее я там заняла призовое место, 2-е место, и это дало мне очень большой стимул. И вот случилось чудо, что я победила и поеду в Вьетнам. Благодаря Гермес Туру. Да. Благодаря Гермес Туру. Ага. А вот ваши какие-то навыки, вот вы уже умели что-то делать? Доить, да, вот с детства вас наверняка, вот эти навыки, может, вам помогли победить или что-то другое все-таки? Или вы быстро учитесь просто? Нет, я сама по профессии учитель, учитель национального языка, поэтому вот... которым в втором туре я хочу сказать девушкам, которые не умеют доить коров, не умеют разобрать вот доильный аппарат, можно быстро научиться. Так, значит, все-таки это вот учитель, он всегда? Да. Универсальный человек. А у вас есть хозяйство свое, да? Нет. Нету? В детстве было. С бабушкой, дедушкой я гостила в летник и вспомнила свое детство. Понятно. А как вас отбирали? Как вы кастинг прошли? Ну, я прочитала по WhatsApp объявление и просто от скуки подурачилась. Учитель! Но, от скуки подурачилась, написала заявку, и вот меня сказали, что берут. И муж, и дети вообще об этом не знали. Они, наверное, в шок впали. Но оказался им такой сюрприз. Ну, что поделаешь? Поеду, сказала. А какой у вас распорядок дня был во время конкурса? В 6 утра. Уже с 6 утра все начинали? В 6 утра уже начинается. Коров дойка надо коров, доить 4 раза в день. А мы 2 раза ходили. Я не представляю. Мы ходили, работали. И во время этого еще соревновались. И еще... рекламу снимали. Было очень насыщенно. Ну, в общем, вам не давали там никакого спуска, я так чувствую. Зато вы приобрели новые навыки, в том числе общение. Наша сегодняшняя вот эта рубрика, вернее, наша сегодняшняя тема, наша сегодняшняя программа, это конечно... Елизавета, скажи, обрели, они подружились там? Конечно, да. Обрели своих подружек, наверное, вот, с помощью этого проекта. С помощью этого проекта, очень подружились с девушками. Сейчас каждый день общаемся. И хочется поблагодарить своих девушек, чтобы сделали такой реальный, красивый проект. Понятно. А вы-то наблюдали, Вера, за ними? Ну, по телевизору, да? Я наблюдала, да, смотрела. Интересно, вот когда вы, ну, то есть, решили стать партнером этого
проекта, реалити-шоу, вы, наверное, в общем-то, не предполагали, да, насколько девчонкам придется... Я не представляла вообще, как это будет даже выглядеть, если честно, да. Но условия у них были экстремальные. То, что я видела по телевизору, мягко скажем, да. Но хорошо, что все равно село у нас развивает, что есть такой проект, да. Что это все выносится на телевидение, да. Мне хотелось бы, конечно, мне пожелание свое, чтобы расширить диапазон, чтобы были какие-то русские субтитры, потому что передача идет на якутском языке, вот, и чтобы видели, ну, все население нашей республики, в том числе русскоязычное. Понятно. Мы прервемся ненадолго на рекламу. Возвращаемся в студию. Это программа «Город женщин». Тема нашей программы – общение, секреты, мастерство и правила. И оказалось, что гости наши, которые, в общем-то, пришли сюда благодаря телевизионному проекту «Ферма Каргатаран», они тоже обладают теперь навыками общения. И этому сподвиг их совместный труд, совместные какие-то переживания, совместные экстремальные условия, в которые они попали. Вот. Ну и рядом с победительницей. Сидит победительница этого телепроекта, этого реалити-шоу, сидит директор Герместура Вера. Я хочу спросить у вас, Дробницкая, Вера Дробницкая, хочу спросить у вас, а какие еще направления вы предлагаете? Я знаю, что победительница у нас поедет теперь во Вьетнам, это так? Надолго она поедет? Она поедет в Вьетнам на 13 ночей. Ух ты! Как бы туры считаются ночами в туризме. Но это удобно, потому что вылеты из города Якутска, поэтому мы решили, как бы, чтобы было практично и удобно победителю. Да, это будет со 2 мая, начинается уже, когда выберет Елизавета сама, тогда, ну, как бы определится. А так направления у нас разные, подход у нас очень такой индивидуальный к туристам, так что приходите, мы будем очень всем рады. Вот. И есть индивидуальные туры, то есть если вы захотите полететь как-то не с группой, да, а просто сами, и у вас есть маршрут приблизительный свой, мы все это вам посчитаем, все сделаем, приходите. А семейные, вот я многодетная мама, допустим, семья у нас многодетная, и мы бы тоже... хотели бы воспользоваться каким-то туром, да, поездкой, а какие-то, может быть, скидки у вас предусмотрены? Конечно, конечно. Скидки есть всем, да, ну, вообще индивидуально все рассматривают, но скидки мы предоставляем всем. Так что, а семейный отдых, это, конечно, у нас Турция, сейчас открылся Египет, так что ждем, приходите, море вас ждет и отдых. Понятно. Спасибо, да. Я знаю, что Ирина хотела спросить по части пищевой, так как в тех кадрах, которые мы видели на экране, да, там, значит, фигурировала какая-то разделка дичи, рыбы. Какой рецепт или какое блюдо больше всего запомнилось вот за это время, которое вы там провели? Что вы там готовили? Ну, 5 разных блюд мы приготовили. Сами выбирали, какие рыбы поменьше, побольше. Я, например, вот запекла в духовке с таттинским, со сметаной. Сфаршированной, да? Сфаршированной. И, ну, видишь, не совсем экстремальное условие. Духовка была. То же самое подумала я. Света не было. Света не было. И на дизеле все готовили по очереди целый день. Вот это да. Кто-то жарит, кто-то печет. А я в духовке ждала своего часа. Понятно. Было очень жарко. Все было. Мы, оказывается, не спросили, а где же вы же тогда проживали вообще, если света не было? Если света не было, где вы проживали? Ну, дизель был, мы проживали, приготовили нам дом очень хороший, покрасили, все красиво сделали. И... Ну, то есть организаторы молодцы. Все, очень хорошо скажите, организовали. Вот еще раз объявят 2 сезон, отправите смс свои. Отправите резюме, заявочку? Нет. От души. Ну, почему? На 2 этапе сказали, будут уже холостые, и с мальчиками будут. Уже будет... У них будут помощники. Помощники будут, сказали. А подругам посоветуйте, чтобы они туда пошли. Подруг не жених, не замужних. Да, вот, видимо, такая скрытая цель. Совместный труд, чтобы вас подружил. Да. Хорошая цель, слушайте, хорошая. Да. Так что незамужним подругам надо иметь в виду. 2 сезон у нас стартует, и этот проект
уже будет курировать Министерство сельского хозяйства нашей республики. Так что все будет серьезнее, все будет и с девушками, и с парнями. Так что сельский труд у нас в почете, я надеюсь. А вы надеялись на победу? Думали, что победите именно вы? Ну, как сказать, нет, не очень надеялась. Думала, победит местная. И она была очень хорошо подготовлена. И вот случилось такое чудо, что я победила, и я очень рада и счастлива. Мы собираемся со всей семьей поехать во Вьетнам. Ой, как хорошо. Ой, хорошо как. Ни разу не были, уже ждем лета. Это для меня очень хороший стимул похудеть летнему сезону. Вьетнамцы похудеть. Там так вкусно кормят. Излюбленная тема похудеть. Боюсь, вы не похудеете. Кстати, вот именно вот эту путевку, да, вы сейчас, наверное... Я вот вручаю. Торжественно поздравляем. Поздравляем от души. Хочу поблагодарить от всех участниц, от всех организаторов за такой классный суперприз. Мы все семьей в предвкушении, что очень ждем лета. Отдыхайте. Спасибо. Отдыхайте и в следующий раз наверняка опять обратитесь в Герместур. У вас же направлений, вы сказали, достаточно много. А есть какие-то российские? Конечно, Крым, так. Сочи, Абхазия. Ну, Абхазия не Россия, но тем не менее рядом. Все это есть у нас. Сейчас вообще популярна не столько Россия, популярна Грузия и Армения. Да, там и вкусные радуши. Да, очень вкусные туры. Гастрономические. Да, приходите. Узбекистан тоже очень вкусный тур. Да, и он, кстати, неизведан. Да, неизведан, да, неизведан. Ну что же, тогда мы, во-первых, говорим... Спасибо за то, что вы участвовали. Во-вторых, мы, конечно, немножко сожалеем, что вы не будете участвовать во второй раз, но понятно, объективные причины есть на то. Вот. Ну, а в-третьих, хорошие причины. Да, мы желаем огромного успеха всем тем, кто собирается, что собирается участвовать. Ну и в преддверии, вернее, отпуск позади у всех, у большинства людей, ведь каникулы новогодние уже прошли, тем не менее, многие думают уже о будущем. Вы говорили, что у вас вот стартует с мая месяца, так? Это у всех туристических фирм? Чем это обусловлено? Я не такой уж путешественник по миру. Ну, просто к нам прилетит чартерный рейс, и мы вот на него продаем туры. Пока открыли только Вьетнам, надеемся, что будет Таиланд. Может быть, откроется Турция, может быть. Ну, в общем, мы надеемся. Понятно. И даже Турция может прямой рейс, быть, да? Как здорово. То есть я-то думаю, что в любое время года я захотела, и, знаете, по щелчку пальцев и полетела. По щелчку, да, но не из Якутска. Это все же из каких-то других городов. А здесь удобно, что это прямой будет рейс. Понятно. А вы в Нячанг город или в иной какой-то? Ну, куда пожелает Елизавета, там можно и в Нячанг, можно и в Фонтье. То есть в любом случае она прилетит в Нячанг, а там уже... Там куда определиться. Куда определиться, с семьей тем более. Очень здорово. И в конце хотелось бы спросить все-таки у победительницы, как вы думаете, стоит ли возобновлять вот частное подсобное хозяйство? Вот поучаствовав, вы наверняка на себе прочувствовали, насколько это действительно сложно, и в то же время, насколько это на самом деле полезно. Да, это настоящее. Конечно, надо создать свое хозяйство. Все мы жители Якутии, с родом наша... Ну, от земли питается. Наше дело. Это мы... И я думаю, ну, к старости, наверное, все-таки... Обязательно будет у вас свое хозяйство. Свое мясо, свое молоко, своя сметанка деревенская. Ну, что может быть лучше, да? Ты понимаешь, Аня, это хорошо звучит. А вот когда ты каждый день в 6 утра, а потом 4 раза в день, как выяснилось, будешь доить корову, несколько иначе начинаешь. Это труд, конечно. Да, спасибо вам еще раз огромное, что вы пришли к нам, что вы очень интересно рассказали и об участии в проекте, и о реальном участии в реалити-шоу. Ну и, конечно, еще раз поздравим вас с победой. Спасибо. Вкусная шкатулка, вот то, что ожидает нас сейчас. Прямо сейчас какое-то очередное мясное блюдо, я уже узнавала. Ну и тот самый секрет, что Ира нам приготовила в виде конкурса, она о нем непременно расскажет. Так. Еще раз здравствуйте. Вкусная шкатулка рецептов снова в эфире.
И в самом начале я хочу вам сказать про наш конкурс, который мы объявляем с сегодняшнего дня. Он продлится до четверга. А вы должны приготовить какое-то любое блюдо из мяса или из рыбы и поставить его с хэштегом, который вы видите на экране, в Инстаграм выложить, либо отправить фото с описанием этого рецепта на нашу почту «Город женщин». Также вы видите ее на своем экране. Ну а спонсор нашего конкурса – это индустрия спецодежда, которая любезно предоставила нам в качестве приза за розыгрыш одну из лучших моделей термосов Stanley Adventure Vacuum Bottle нового поколения. Ух ты. Этот термос не оставит равнодушным водителей, строителей, охотников и даже студентов, которые порой не могут получить доступ к горячему питанию. Безупречная форма, высокая прочность, способность переносить механические повреждения, способность держать тепло и холод до 24 часов, а гарантия пожизненная. Так что участвуйте, друзья. Ждем вашей работы до четверга. И в следующий понедельник, возможно, кто-то из вас появится в этой студии и получит свой приз. Честно говоря, такой приз даже меня уже заинтересовал. Я, конечно, не такой мастер готовки, как ты, но постараюсь поучаствовать в этом. Спасибо, Оля. Так, ну а я сегодня что хочу сделать? Я хочу показать вам слоеное тесто. Слоеное тесто. Праздники закончились. Все мы сейчас находимся, ну, не все. Мы хотим похудеть, это же уже было озвучено. Мы все хотим каждый похудеть божий всегда. День, да. Я обещаю себе каждый божий день, что сегодня последний раз я кушаю в 9 часов вечера. Вот. Но никак. Большинство Но на завтра сидит я кушаю в 10. На разгрузочных днях. Овощные, фруктовые, там кто-то сидит на кефире, кто-то на гречке, да? Давай мы посидим с тобой на каком-нибудь вкусном пирожке от тебя. Подожди, обязательно посидим. А мы покажем слоеное тесто, потому что, тем не менее, праздники закончились, но гости наши продолжают идти. Точно, поэтому точно. У нас палочка-выручалочка для каждой хозяйки – это готовое слоеное тесто. Из готового слоеного теста можно приготовить все, что угодно. Девочки, вы готовите из слоеного теста? Я кур не готовлю из слоеного теста. Я правильно делаю вообще? Я вот сколько не готовилась приготовить что-нибудь из слоеного теста, пока еще ручки мои не дошли. Нет, дело в том, что оно готовое продается. Вот его очень сложно готовить дома. Шик-шик-шик. И я каждый раз думаю, куплю сегодня слоеное тесто, но сегодня куплю, у меня уже длится лет так 5 или 6. Сегодня, а завтра я перестану есть после 9 вечера. Сейчас. То же самое. Мы попозже присоединимся, кстати, к тебе, Ира. А вы можете прямо сейчас подойти? Уже? Да, конечно. Да, да нас дважды звать не надо. Так, мы-то любим вот это у нас слоеное тесто. Я сегодня взяла дрожжевое. Из этого дрожжевого теста можно печь пироги, круассаны, да, наши французские, наши. Наши, якутские круассаны. Наши якутские. Печенье, ну все что угодно. Вот, вот это тесто, вообще правильно его раскатывать либо от себя, либо к себе, дабы не разрушить эту нежную структуру. Так, я еще и тесто неправильно раскатываю. Вот. Ну, мы дома раскатываем. Так, давай, мы прервемся на рекламу, а ты продолжай. А мы продолжаем с нашим слоеным тестом. Мы его раскатываем, как я уже сказала. Научились раскатывать. Да. Не в разные стороны, а именно по направлению либо от себя, либо к себе. Но оно же длинное будет, а мне нужно квадратное, понимаешь? Ну вот как? Видишь, вот правильно говорят, проблем. Так нужно делать. Ну хотя хозяйки, они да, и вот так, хозяйки, и так. Особенно так такие, что... как я. Я вот сейчас думаю, муж, наверное, мой радуется. Ее там и еще потом, и учат готовить. Обязательно мы не простым ножом режем его, а именно вот нож для пиццы рекомендуют, потому что он очень аккуратно это делает. И не прилипает. Так, и не прилипает, да. Мы это режем, например, вот так вот. И сделаем сейчас слойки с яблоком. О, мое любимое. А корица там есть? Корица есть, конечно. У нас есть начинка. Мы уже порезали яблоки, добавили туда сахар и корицу. Кто корицу не любит, может ее не добавлять.
Я знаю, что есть такие люди, да, которые не любят. А есть понятие вот фирмы этих, вот этого готового теста? Слоеного теста, да, там какую-то именно фирму нужно покупать, или же любое или тесто все можно покупать? Ну, мне кажется, они все одинаковые, в принципе. А так есть, да, вот от Юлии Высоцкой есть тесто слоеное. Оно, наверное, дорогое. Его, давайте лучше подешевле. Да. Есть, оно будет есть таким же. Тесто звездное, да? Называется. Вот есть различие между слоеным дрожжевым и слоеным бездрожжевым. Как вот, думаете, какое? Я не знаю. Я брала и то, и то. Я не понимаю. Дрожжевое, наверное, оно помягче. Оно с дрожжами. Будет. Оно с дрожжами. Да, вот это вся разница. А бездрожжевое, без дрожжей? Ну почему? Это на вкус вообще как-то влияет или нет? Смотрите, если мы делаем соечку, да, на одну часть положили наши яблоки, начинка у нас с сахаром, с корицей, либо тут и груша может быть, и банан можно сюда положить, да, и можно сделать это и мясную, и вишню. И вишню, да. И делаем красиво надрезы, вот опять же нашим. Внутри. Так вот они как делают. Да. Боже ж ты вот мой, как вот. Все гениально, просто так оказывается. Какой секрет. Вот. И потом сверху вот это берем и закрываем, вот и все. Вот это да, век живи, век учись. Да. Потом вот здесь вот мы аккуратно закрепляем. Все гениальное, конечно, неудобно мне. А я думала, это все так. А я думала, это как-то машина там. Я не знаю. Да. Слушай, ну с такими штрудельками я думаю собраться. Вилочкой обязательно проходимся, чтобы наша соечка у нас она еще красивая будет. Да. Не расплылась. Ох. Ну, тут я немножко, сейчас я еще одну сделаю. Опять с яблоками? Или так, с чем-то другим? Можно и с яблоками. Ну, вот это вот для пиццы. Ага. Ух ты! Да, можно даже пиццу сделать, да. Из остатков теста можно. А сделать. Можно вот это и это тоже туда положить? Все совместить? Да, конечно, тоже можно. Почему нет? Тут вообще абсолютно все, что угодно по душе. Любую начинку можно делать, да. А потом давайте мы сделаем даже шоколадку. Можно я попробую? Да, вот я вижу шоколад, я уже на него зубик точу. Это я сейчас покажу. Мы будем делать рогалики или круассан. Одно и то же. Но все равно вот это вот собирание за большим семейным столом, ну или маленьким, но семейным столом, оно же тоже способствует общению как-то, да? Конечно. Как-то налаживание отношений. У вас есть такой опыт, девочки? Вот мы готовим еду. Мамы готовят еду с любовью, да, для того, чтобы вечером всей семьей сесть за стол, поговорить, обсудить, как день прошел, кого что волновало. Ну, то есть это правильная мама. Да, а мама вроде меня это готовит быстрее, главное быстро, ну и вкусно заодно. Ну, вкусно, быстро, это не означает, что вы готовили при этом как-то без любви, вот... Да, действительно. Конечно, это внутренне это все равно посыл идет для своих, для близких. Это же все равно с любовью делается. Главное, а вот говорят, за столом, общение... за столом говорить нельзя. Ну-ка, парируйте мне. Когда я ем, я глухиня. А я говорю, когда я кушаю, я говорю и слушаю. Постоянно мы нарушаем какие-то правила. На самом деле, вот эта трапеза, да, она имеет какой-то даже, можно сказать... сакральный, да, магический такой ритуал. Так, смотрите, какую мы соечку сделали, еще одну. Это положили колбаску сыром, типа как пиццу мы сделали, да, пицца. Закуска, да. А сейчас я покажу, как делать рогалики. А Аня, так, пока... мы, наверное, да, продолжая тему общения, почему это так важно? Здесь, когда мы за трапезой сидим, вкусно кушая то, что приготовила любимая мамочка наша, любимая жена, да? Но... здесь уже идет обмен той энергией положительной, которая вот потом вот. Дает и ребенку, да, силы, и, да, мужу силы, но и жене. Же, да? Опять же, Ань, ты даешь идеальные условия. А ведь часто бывает так. Мама приготовила борщ, а я не люблю капусту в борще, понимаешь? Или там, у меня сегодня двойка, и я не знаю, как мы сказать. Берем вы знаете, как я выхожу из этой девушки, ситуации? Ау! Да. Так, дальше мы делаем. Мы разговорились. Угу, что-то вы разговорились. Не мешайте готовить. Так, дальше мы делаем рогалики. Вот с шоколадом, да, показываю. Как мы их делаем? Мы берем вот этот пласт теста и можем его либо надвое вот так вот тоже еще раз. Тут немножечко пошире вот так сделать. Вот пошире, да. А потом, как думаете, что мы делаем? Потом, с этим пластом. Потом я видела, положила по диагонали что-то. Мы по диагонали, сделать. Да. Вот так просто. И это то же самое. Рогалик отличается формой. Так. Я это только что вспомнила. Я забыла. И вот так вот по
диагонали. Так. Все, теперь берем вот это. Треугольничек. Треугольничек наш длинненький. И кладем шоколадочку. Такой квадратик шоколада. Вот. Заворачиваем. Квадратик шоколада и просто заворачиваем. Вот и все. Так, подожди, а сбоку разве... А как же он? Или его защиплять надо? Нет, ничего защиплять не надо, я потом покажу готовый вариант. Да? Да, вот получается, вот и такие рогалики. Они... Нет, не растекается. С ума сойти. Ну, может быть, немножечко там что-то может быть, но не прямо. На какие-то секреты. Это не страшно. Выдаем? Ой, я только выздоравливаю. Еще один сделаем. Ничего, я знаю. А можно этот шоколад не только квадратиком? У меня дочка, например, она его прямо это что совсем делает? Ножом. А, она его измельчает. Измельчает, еще. Да. Понятно. Тогда они получаются поменьше. И вот такие. Так, и хочу еще раз напомнить, что у нас стартует конкурс. Конкурс на лучший рецепт из мяса или рыбы, который вы можете отправить до четверга. С хэштегом, который вы видите на экране, либо на почту нашей передачи «Город женщин». Ну, а наш партнер, индустрия спецодежды, любезно предоставила нам в качестве приза за розыгрыш одну из лучших моделей термосов Stanley Adventure Vacuum Boat нового поколения. Этот термос не оставит равнодушным водителей, строителей, охотников и даже студентов, которые порой не могут получить доступ к горячему питанию. Безупречная форма, высокая прочность, способность переносить механические повреждения, способность держать тепло и холод до 24 часов, а гарантия пожизненная. Так что участвуйте, дорогие. Ирочка, ты дашь нам минутку? Мы хотим договорить. У меня вот животрепещущая тема, потому что даются идеальные условия, а идеальными они в условиях семьи не бывают. Вот я еще раз говорю, мама приготовила вкусно и с любовью, но я не люблю одно из блюд. Я ребенок, допустим. Муж на меня обижен там за что-то. Там младший ребенок получил двойку и не знает, как признаться. И это не идеальные условия. Какими энергиями мы тут? Как вообще все наладить-то? Вот здесь я выхожу вот так вот из ситуации, да, когда кому-то что-то не нравится, приходится готовить несколько блюд. А работать когда? Ой, господи. Все понятно. Ну, в общем, мамочка здесь должна выступить в качестве миротворца даже на кухне. Вот, да. Ирина у нас этим занята, кстати. Так, а на сей раз мы с дочкой очень любим возиться вместе на кухне. Возиться — слово хорошее, кстати. Да, возиться. Так, а можно просто помидорки и сыр? Сделай для меня один. Да, можно. А с для тебя один? Нет, для меня 10, конечно, но я боюсь обнаглеть. И у тебя, Ирина, получается, общение на кухне, оно вот очень плодотворное, да? Можешь ли ты сказать? Вот, между прочим, за работой и общение, оно самое такое плодотворное. Да, совместный труд, это, кстати, труд, да, сближает, сплачивает и позволяет друг друга понять и изучить вот какие-то черты друг друга. Да, можно еще просто сырное делать, вот эти вот. А я хотела с помидором и сыром. Такое сочетание классное. А, с помидорами и сыром. Ну, ты следующий свернешь. Сейчас запечешь. Я заворачиваю. Кушайте на здоровье, да? Как так получается, что у тебя все аккуратненько и даже не высыпается, смотри? И высыпается. Если... И такого не может быть, чтобы прям было все. На кухне всегда, когда что-то готовишь, все равно стоит какое-то. Ну да, сравнительно, да, идеально, кстати. Ну, у него большой опыт, видишь? Это тесто хорошее потом. А, потом мы фирму-то посмотрим, чтобы рекламы не делать. Угу. И это ты хотела с помидорами, с сыром, да? Да, с помидорами, с сыром. По заказу. Еще. По заказу, да. Сегодня заказы исполняются. Ну и что я еще хочу сказать? Хочу сказать, что вот такое блюдо, оно уже довольно быстро готовится. Оно понимаю? Очень быстро, кстати, да. Сколько времени мы отправляем уходит? Теперь вот эти вот наши заготовки в духовку. Слоеное тесто, оно любит жар. Так, поэтому значит, духовка быть должна быть горячая, нагретая, да, до этого обязательно. И где-то минут 15-20 при температуре 200-220 градусов. Между прочим, то, о чем я сказала, несколько блюд сразу. Вы вот знаете, оно. Тут может сказать действительно. Человек, мне шоколадка не нравится, да, сыр здесь не еще... нравится. Да вот тебе вот хоть с яблочком. Пожалуйста, с чем хочешь, сыр. Любимый ребенок. Да, да. Слушай, сегодня три как минимум секрета вот за этим волшебным столом мы с тобой узнали. По крайней мере, я три.
Да. Две по части готовки, третья по части общения. И еще раз хочу сказать спасибо Ане нашей за вот эту тему замечательную, которая, казалось бы, всеми нами изучена, без конца мы общаемся, в общении проводим время, но оказывается, это общение может быть конструктивным, деструктивным и имеет свои какие-то секреты. И не устаю повторять, угу, что слово действительно либо может убить, либо может окрылить. Да. Да. И никогда не забываем. Посмотри на нашу волшебницу. Та-да-да! А вот наши готовые блюда. Вкусняшки. Эти, да, это круассаны сверху. Так. Они внутри шоколада. Вот такие, да. И сверху мы их полили топленым шоколадом. Топленый шоколад. Это слойки с яблоком, замечательно, там с бананом, а есть еще вот такие квадратики, которые делаются внутри с сыром. Просто сыр. Квадратики сыра кладутся. Понятно. И все. Спасибо тебе большое. Мы говорим, состоялась еще одна наша программа. Огромное спасибо нашим телезрителям, девочкам, ведущим. Встретимся с вами в следующий понедельник. А съемочную группу я приглашаю отведать прекрасных вкусностей. Пока. До свидания.